Здравствуйте! В эфире «Дневники новой волны» на Первом Балтийском музыкальном канале. Новый день, новая крепкая кофе. Нормально. А мы с Захаром идем искать наших конкурсантов, дабы посмотреть, чем же сегодня они будут заниматься. И без сомнения, сегодняшний день принесет нам много интересного, много сюрпризов и много великолепных зрелищ. Ждем событий. Увидимся. А сегодня в полку конкурсантов прибыло. Это участники из Италии и США. И в ближайшем будущем мы вас с ними обязательно познакомим. Были мне они. Интересная тенденция. Некоторые исполнители в своих странах уже являются звездами, да? Но они вот этой школу, они ее ощущают впервые, в принципе. Они навыками профессии своей овладевают только здесь. Потому что они просто выходили и пели, да? И не знали как раз вот тех приемов, которыми владеют уже действительно, ну, мегазвезды, которые уже много лет на сцене. И вот как раз они этим здесь и занимаются, благодаря нашему режиссеру. Они овладевают профессией по-настоящему. Они приедут совершенно иными артистами, с другим взглядом на эти вещи профессиональные. Это очень большая школа. Сегодня не просто обычный репетиционный день. У Маши Новиковой день рождения. И вчера вместе с конкурсантами мы ходили выбирать ей подарок. Давайте же вместе спросим, как она провела этот день. Кстати, вот и Маша. О, Маша. Я могу сказать одно, что вот такого дня рождения, как в этот раз, у меня не было просто никогда. Я сегодня с самого утра получила такую дозу счастья, что, мне кажется, этого заряда хватит вот до следующего дня рождения точно. У меня день начался так. Меня поздравили родители. Я очень рада, что они смогли приехать сюда, поддержать меня и поздравить. Для меня это очень важно, потому что, ну, мы как-то очень сплоченные. Семья наша такая очень, как бы, мы близкие очень люди друг к другу. И у нас так принято, что каждый день рождения мы обязательно должны отмечать вместе. Меня поздравили родители. Затем я, когда пошла на завтрак, меня ожидал такой сюрприз, что я вот до сих пор, видите, хожу с подарком, который подарили мне ребята, вот коллеги все мои по новой волне. Очень хороший мишка, красивый такой. Я его очень люблю и весь день не отпускаю от себя, вот хожу с ним. И, наверное, теперь даже буду с ним ложиться вместе спать. Дневники на Первом Балтийском музыкальном канале. Вот мы находимся в той заветной комнате, где готовят конкурсантов, помогают им одеться, причесаться, сделать грим. Я решил помочь Нелли, погладить ее кофту. Спасибо большое, Захар, конечно. Ты очень молодец, спасибо. Но я уже гладила с утра 3 раза, так что спасибо большое. Ну, видишь. Работа идет, но в основном, я думаю, естественно, мы будем всех ребят делать яркими, индивидуальными, что самое главное. Где-то кого-то достаточно просто подправить, чтобы открыть его яркость, да, а где-то достаточно, ну, это тоже нельзя сказать, немножко подправить, это визуально, может быть, мы профессионал понимаем, что там будет идти такая достаточно яркая многослойная работа, но смотреться это будет, как будто вот немножко добавили какой-то миг и совершенно преобразился образ того или иного участника. Нелечек, будь другом, расскажи мне, пожалуйста, что здесь все-таки происходит? Здесь происходит запись общей песни фестиваля «Новая волна 2007». Вот мальчики из Казахстана уже записывают свою партию. Вполне удачно, я думаю. Oh,
считаю, что это лучший фестиваль, который вот именно музыкальный по сравнению с Евровидением и другими разными конкурсами. Я считаю, что это самый лучший, самый такой стильный и качественный и по отбору конкурсантов, и по постановке этого как шоу. Мне очень нравится. Вот и закончился наш очередной репетиционный день. А пока нет режиссеров, мы тут немного подкрепляемся. Смотрите нас на Первом Балтийском музыкальном канале. И не забывайте заказывать свою любимую музыку.